Обучение длится 5 месяцев. Преподают предприниматели и психологи, которые экспертно оценят социальные бизнес-проекты и обучат воспитанников школы грамотному ведению бизнеса. Самые успешные претенденты – выпускники школы социального предпринимательства – могут рассчитывать на получение денежной субсидии от государства на развитие своего социального бизнес-проекта. Знания всегда можно приобрести, компетенции нарастить. А вот наиболее ценным является практика. Поэтому в силу того, что мы работаем в 19 субъектах Российской Федерации, различные кейсы у нас есть, различные практики есть. Я думаю, что самым ценным будет именно помощь в плане практических рекомендаций и оценки тех условий, в которых стартуют проекты. То есть чаще всего слушателям школы требуется сопровождение, реальное сопровождение, чтобы вот он столкнулся с трудностью, и он понимал, к кому он сможет обратиться и как ее можно преодолеть.